Свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего другого духовного учителя, который является объектом моего поклонения. Асмадия Парамаради, там, Атунгура Пада Падма, Нитилила Прави, что Ом Вишну Пада, что Драша, Шиши Мандрупа Нугачари Вари, Шила Бхактивиданта Нараяна Гасвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of us, Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. Во-вторых, я предлагаю свои поклоны у стоп моего Парам Гурудева Шрилы Прабхупады и все наши Рупа Нуга Гаудия Гуру Парампара. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Panchakam, Guru Today we are celebrating the festival of Diwali. Сегодня мы празднуем фестиваль Дивали. Actually,
The word is Deep Avali. На самом деле, слово правильно произносится Deep Avali. In Sanskrit that means a collection or a row of lamps. В переводе с санскрита это означает целый ряд ламп. So what is the significance, the meaning of Deepavali? В чем заключается значение Дипавали? So Deepavali is a festival of happiness. Дипавали это фестиваль радости. So in Satya, Treta, Dwarpa and Kali Yuga, the associates of the Supreme Lord and His various incarnations, when they were overwhelmed with joy, they celebrated by performing Deepavali. That is, worshipping the Lord with deeps and decorating everywhere with deeps. В Сати-йогу, в Трета-йогу, в Двапара-йогу и в Кали-йогу спутники Господа, они праздновали этот фестиваль посредством того, что они предлагали зажженные петельки Господу как подношение. So first of all, in Сати-йога, you perhaps know that Supreme Lord in the form of Vamandev came and begged just three steps of land by his own paces from Bali Maharaj. В Сати-йогу, возможно, вы знаете, что Господь Вамандев, он пришел к Бали Махараджу и попросил всего лишь три кусочка земли, отмеренные его собственными шагами. So you know that Keshava Drita Vamana Rupa, it is Krishna who has appeared as Vamandev. Возможно, so we can, you know that Krishna is very tricky. So some angsa and kala, some part or part of a part of Krishna's trickiness appeared in Vamandev. И вы знаете, что Кешава Дрита Бамана Рупа, что Бамандев является всего лишь ангса, является калой, частичкой изначального Кришны, изначального Верховного Господа, который является очень шаловливым по природе. И поэтому, когда Вамандев пришел, то он явил эту толику шаловливости, которая присутствует в Кришне. If you think that Lord Vamandev is so deceptive and tricky, then you cannot imagine how deceptive and tricky Krishna is, because he is only some part of a part of Krishna. И Вамандев является частичкой, частью Шри Кришны, он является шаловливым и обманчивым. Обманывает. Но тогда, если его проявление настолько ярко являет эти качества, то тогда до какой степени они проявлены в самом Кришне, который является источником Вамандева. So, when Vamandev, he made Bali Maharaj take a vow, do achaman three times, and promise that he will fulfill his he will honor his word to give three steps of land according to his own paces. И Вамандев он сподвиг Бали Махараджа к тому, чтобы тот сделал чман трижды и пообещал, что тот дарует ему возможность приобретения трех шажков земли, отмеренных его собственными шагами. So then, Vamandev suddenly expanded, and with two steps he took the entire universe. There was nothing left. Then he said, "Now where will I put my third step?" И получив согласие на это, Вамандев тут же разросся до огромных размеров и покрыл Вселенную уже двумя шагами. Третий шаг ему некуда было, на третий шаг ему некуда было ступить, и он спросил Бали Махараджа, куда мне поместить свою стопу для того, чтобы сделать третий шаг. So Bali Maharaj, he did Atmani Vedanam. Бали Махарадж совершил Атмани Веданам. And he bowed down and said, "You can put your third step upon my head." Полное предание, и сказал, ты можешь поставить свою стопу мне на голову. So then Lord Vamandev, you have broken your promise, because your head was already in the universe, so you did not give me anything extra. Vamandev сказал, ты нарушил свое обещание, потому что ты ничего мне, никакого третьего шага ты мне не позволил сделать, потому что твоя голова, она уже присутствует в этой вселенной. So, I have to punish you. Значит, я должен тебя наказать. So he bound him up with the snake ropes. Он связал его веревками из змей. And he pushed him down to the Sutal planetary system. И спустил его на планетарную систему Сутал. So it looks as if Lord Vamandev cheated him. И смотрится так, как будто Вамандев обманул Бали Махараджа. But because Bali Maharaj was very humble and he accepted everything. Но из-за того, что Бали Махарадж был очень смиренным и все принял. This was actually a test. Это был такой тест, проверка. Bali Maharaj, his devotion was still flowing. He did not criticize or see any faults in
the Supreme Lord. Который с успехом преодолел Бали Махарадж, потому что его преданность, она ни на чуточку не уменьшилась, он не критиковал Верховного Господа, он не видел в нем никаких погрешностей. So by that he purchased the heart of Lord Vamandev. Таким образом он купил сердце Ваманадева. Lord Vamandev, being pleased with his humility and surrender, he said, "I'll give you a benediction." И будучи довольным смирением и преданием Бали Махараджа, Ваманадев сказал: "Проси какого хочешь благословения." And Lord Vamandev said, "Can you be my doorman, protecting the gate to my palace?" На что Ваманадев сказал: "Не могу ты стать стражником у ворот моего дворца?" So then, Lord Vamandev, he agreed. Ваманадев согласился. So now, Vamandev had to stay with him all the time at his palace. И теперь Ваманадеву пришлось все время находиться во дворце Бали Махараджа. So it looked as if Lord Vamandev had deceived Бали Махарадж. Выглядело внешне так, как будто Ваманадев обманул Бали Махараджа. But Бали Махарадж tricked him and bound him and kept him always with him in the Sutal planetary system. Но в действительности Ваманадев, это он его привязал к себе так, что тот вообще ни на шаг ступить от него не мог, находясь в его дворце на планете Сутал. So this is one of the sweet qualities of the Supreme Lord, that he may deceive his devotee, but this deception is for the benefit of the devotee. Это одно из сладостных качеств Верховного Господа, что он может обманывать своих преданных, но всегда этот обман он несет благо этим преданным, всегда в пользу преданных. And in the end, because of his quality of prema vashata, being controlled by love, then in the end he gets caught by his devotee. Whatever deception he does, his devotee catches him. И в итоге всегда побеждает преданный Господа в силу его качества према васиты, в силу того, что он всегда контролирует любовью своего преданного, всегда все происходит в пользу преданного. So when Lord Vamandev agreed that he would stay forever with Bali Maharaj there, then Bali Maharaj and his whole dynasty, whole family and whole kingdom, they were overjoyed. So they lit deeps and they decorated everywhere and they offered them to Lord Vamandev, and it was the first Deepavali in Satyug. И когда стало понятно, что Господь Ваманадев, согласившись никогда не покидать Бали Махараджа, его дворец, когда он согласился с таким благословением, это означало, что величайшую радость для всей династии, для всего царства, для всех членов семьи Бали Махараджа. И тогда, преисполнившись ликования, он и члены его семьи, они отпраздновали первый праздник Дипавали, зажигая огни, фитильки в Сати-югу. Then in Tatyug, when Lord Ramachandra defeated Ravan and was reunited with Sita, and then from Lanka he flew back on a Pushpa Viman, a flower airplane, and he was arriving in Ayodhya. Then all the residents of Ayodhya, who had been feeling so much separation from Sita and Ram, they decorated the whole city with deeps and offered deeps to Sita Ram. And this was the Deepavali in Tritayuga. Затем в Трета-югу произошло другое Дипавали. Это случилось тогда, когда Господь Рамачандра одолел демона Равану и забрал Ситу обратно в Айодию. И когда они возвращались на Пушпа-Вимане, на цветочном аэроплане в Айодию, то тогда жители Айодии, исполненные разлуки со своим Господом и его супругой, они в знак его возвращения зажгли везде фитильки и отпраздновали второе Дипавали, которое произошло в Трета-югу. So here, the light means that separation is like a darkness and meeting is light. So the light signifies the meeting that takes place after separation, which is full of joy. И мы можем провести такую параллель, мы можем сказать, что свет подобен встрече, а тьма, она подобна разлуке. И таким образом, когда зажигаются огни, то зажигается свет, появляется сияние этой встречи. Then in Dwarpa Yuga, when Sri Krishna, he was away from Dwarka for a long time, he was with Arjun, driving the chariot of Arjun in the battle of Kurukshetra, and then after that there was the duel between Duryodhan and Bhimsen. So finally, when Duryodhan was dead, and the whole problem
with the Kauravas and the Pandavas was over, then Krishna returned to Dwarka. And when Krishna finally returned to Dwarka, all the queens of Dwarka and Krishna's sons and grandsons and all their children and family members, they decorated the city of Dwarka with lights and they welcomed Krishna with lights. It was a Deepavali in Dwarka Yuga. Также в Двапара Югу произошло другое Дипавали. Когда Шри Кришна оставил Двараку и отправился на поле битвы Курукшетра и предстал в роли колесничего Арджуны и сражался, после этого произошла битва, дуэль между Дурьоданой и Бхимасеном, и наконец, когда Дурьодана был сражен, когда он оказался мертв, то тогда наконец-то эта древняя вражда между Кауравами и Пандавами она была завершена. Кришна вернулся в Двараку, и тогда все царицы Двараки, все сыновья, все внуки Шри Кришны, они отпраздновали этот момент встречи, возвращения Шри Кришны в Двараку следующим праздником Дипавали. And in Kali Yuga, then Sri Chaitanya Mahaprabhu with his associates in Jagannath Puri, on this day, they used to decorate everywhere with lights and offer lights to Sri Krishna. И также в Кали Югу этот праздник праздновался Чайтанья Махапрабху со всеми его спутниками в Джаганнатхапуре, они зажигали фитильки и предлагали их Шри Кришне. What was the mood of Chaitanya Mahaprabhu? Каковым было настроение Чайтанья Махапрабху в этот момент? Шри Чайтанья Махапрабху is absorbed in Radha Bhava. Шри Чайтанья Махапрабху всегда погружен в Радха Бхаву. Mainly. Главным образом. So, so in Braja on this day all the bridge buses were celebrating Deepavali remembering the return of remembering how Vamandev was kept by Bali Maharaj and also the return of Sitaram to Ayodhya. Bridge buses were celebrating this festival. В Раджабасе они праздновали этот фестиваль, памятуя о том моменте, когда Вамандев он оказался в оковах любви Бали Махараджа, и они зажигали фитильки, помня эту лилу, и также они памятовали лилу того, когда Сита и Рама возвращались в Айодью, и также праздновали эту лилу. Put lights all over the balconies and windowsills and roofs of their homes. The whole Nandagaon was so beautiful. И все Браджабаси они украшали и балконы, и все окна, и крыши своих домов так, что весь Нандагаон просто сиял этими огнями. And because it was a very special occasion, everyone was dressed up in their finest new cloth that they've never worn before and ornaments. И поскольку это был большой фестиваль, то поэтому все в Раджабасе они нарядились как можно более лучезарно, в самые свои лучшие одежды, даже которые они ни разу еще не одевали, в самые лучшие свои украшения. Then in the evening, they took rest. They went to sleep. Вечером они уснули. But remembering Braj Gopis, Krishna could not sleep. Но памятуя о Браджа Гопише, Кришна заснуть не мог. And Gopis all over Braj also. Remembering Krishna, they could not sleep. И также не могли уснуть и в Раджа Гопи, вспоминая о Кришне. So in the middle of the night, they went up to their towers, their Chandrashalas. И поэтому посреди ночи они поднялись на башни своих Chandrashalas, where they sometimes rest in the moonlight. Там у них такие террасы на крышах, где они временами принимают лучи. Лунные ванны. But at this night there's no Deepavali is Amavasya is a dark moon. Но Deepavali это Амавасия, то есть луны нет. So when everyone was asleep, gopis went up to their terraces, and Krishna went up to his terrace, and then they were looking, and Krishna had very beautiful darshan on Deepavali in the middle of the night of the beauty of all gopis dressed in their finest clothes and ornaments, and all gopis had darshan from a distance of Sri Krishna on the roof of the palace of Nanda Maharaj. И тогда все в Раджа Гопи, испытывая сильную разлуку с Кришной, они забрались на террасы, на крыши своих домов, и Кришна забрался на крышу своего дома и получил удивительный даршан всех в Раджа Гопи, юных девушек, пастушек в Раджа, которые были одеты в свои лучшие одежды, украшены своими потрясающими, прекрасными украшениями, и также они получали даршан Шри Кришны, который также стоял весь наряженный, красиво выглядел. They all got ready to perform the Anukut Mahotsav, the Trivida Karma, worship of Brahmanas, cows, and Giriraj Govardhan.
И на следующий день они все были готовы к празднованию Анукут Махотсава, к совершению три вида кармы, к поклонению брахманам, коровам и Гирираджу Говардану. So we are also following Chaitanya Mahaprabhu. How he is remembering Radha Krishna Lila and how Vrijvasis perform their три вида кармы tomorrow. We'll be following that also. И памятуя о том, как Шри Чайтанья Махапрабху праздновал Дипавли, будучи погруженным в Рады Кришна Лилу, когда все в Раджабасе они подготавливались к празднику Анукут Махотсава, к совершению три вида кармы, следуя по их стопам, также мы будем поступать завтра. So, in Raghunuga Bhakti, we follow our acharyas outwardly. We don't follow the Vrijvasis outwardly. В Рагануга Бхакти мы следуем внешне нашим ачарьям, но не в Раджабасе. So then why are we doing Anukut Mahotsav like a Vrijvasi? Возникает вопрос тогда, почему мы празднуем Анукут Махотсав подобно тому, как праздновали его в Раджабасе? Because we are following Śrīla Madhavendra Puri. Потому что мы идем по стопам Мадхавендра Пури. Śrīla Madhavendra Puri was doing Anukut Mahotsav every day. Śrīla Madhavendra Puri, он совершал, праздновал Анукут Махотсав каждый день. For so many months after the appearance of Gopal Srinathji, then every day another village of Braj would take the responsibility and they would offer all of their rice and dal and all preparations to Gopal. So the villages of Braj were taking it turns, each one, to do a big anukut every day for the pleasure of Gopal. В течение многих месяцев после явления Гопала, после явления Шринаджи, это празднование Анукут Махотсава, оно прокатывалось из деревни в деревню. Каждый день были новые и новые фестивали. Сначала в одной деревне, в другой деревне, в третьей деревне. Это проходило много месяцев. So following the example of Śrīla Madhavendra Puri, our acharyas in their sadhak forms of doing this festival. И следуя примеру Мадхавендра Пури, наши ачарьи в своих садхака формах, они празднуют этот фестиваль Анукут Махотсава. We will go to Giriraj Govardhan and we will perform our Anukut in the place of Madhavendra Puri's bhajan and where Madhavendra Puri discovered Srinathji. И завтра мы отправимся к подножию Гирираджа Говардхана. Really following him. В то самое место, где он совершал бхаджан и где at the place where he performed и в то же самое место, где он обнаружил Шринаджи. The Vedas say, Tamaso Maha Jyotir Gamaya. Come out of the darkness and into the light. Веды призывают нас, Tamaso Maha Jyotir Gamaya. Оставляй тьму, выходи на свет. That means that all the conditioned souls in this world, they're in the darkness of avidya. Это означает, что все обусловленные души этого мира находятся во тьме авидьи, невежества. In Vaisheshik philosophy, there's one category called abhav, means the absence or non-existence. В философии Вайшешик существует такой термин, как абхав. Это означает несуществование. Non-existence. So. So in the classical Nyaya of Gautam Rishi, this category of non-existence is non-existent. В философии Нияя Гаутама Риши это classical. В классической философии Гаутама Риши в Нияй. It has so many padarthas. Padartha. Эта категория отсутствует. Padartha means whatever you can experience and give a name to is called a padartha. Padartha это то, что вы можете испытать и то, что вы можете видеть. So there is no padartha of abhav in Nyaya Darshan. И в философии падарти нет такой категории, как abhav, не присутствие, не существование. But just before the appearance of Chaitanya Mahaprabhu, Navyan Nyaya came, the new system. Но and abhav the analysis of abhav is in that. Но незадолго до прихода в этот мир Шри Чайтанья Махапрабху появилась философия, которая получила название Навьяньяй. И вот там эта категория подарка абхав, она появилась, уже фигурирует. So, the Maya Shakti of the Supreme Lord has a Vidya Vritti. And this Avidya Vritti is actually abhav.
absence. У Майя Шакти есть такая функция, как Авидья Врити, и одна из ее, ну это означает обава. So, though Atma is Swasmai Swayam Prakash, that means self-illuminating and retroflexively illuminating also. И несмотря на то, что Атма, она называется Свасмай Свайам Пракаш, она самоосвещаемая и принимающая на себя также освещение. Understand, Свайам Пракаш, self-illuminating, is like a candle. Свайам Пракаш означает то, что она сияет как свеча. The candle, the light emanating from the candle makes the candle visible to others. И из-за того, что свеча сияет этим светом, другие люди ее видят. And also, candle illuminates other objects. Свеча также освещает другие объекты. So it's Swayam Prakash. Поэтому она Swayam Prakash. But it's not Swasmai Swayam Prakash. Но она не Свасмай Свайам Пракаш. Because the candle is not aware of himself. Потому что свеча сама себя не осознает. Understand? So the Atma is Swasmai Swayam Prakash. His illumination is visible to those who have the spiritual vision. His illumination illuminates objects other than himself, so that those two are Swayam Prakash and Swasmai Swayam Prakash. His own illumination illuminates himself, that he's self-aware. И поэтому Атма, она является Свасмай Свайам Пракаш. Это означает, что душа сияет, но это можно увидеть только духовным видением, и также она освещает другие объекты. Do you understand? Понимаете? Yes? That's clear. So Atma is not as a candle. Что ты говоришь? Because Atma is aware of itself. What's the question? I don't understand if it's a similarity or if He is Swayam Prakash like a candle, and he is Swasmai Swayam Prakash. He is Swasmai also, which the candle is not. So he's not only Swayam Prakash, he's Swasmai Swayam Prakash. Atma себя осознает. Okay. So Atma осознает себя, да, свеча не является Свасмай, а Atma является Свасмай Свайам Пракаш. В этом разница. Что свеча, она просто Свайам Пракаш, но не Свасмай. The Avidya Vritti of Maya has a function called Avarnatmika. The Avarnatmika Shakti makes above of the Tattva Gyan. In other words, miraculously, though the soul by nature is self-aware, he becomes self-unaware. He has the above of Tattva Gyan due to the Avarnatmaka Shakti. У Авидья Врити Майя, у нее есть такая функция, которая называется аваранатмика. Вот эта аваранатмика шакти, она создает абав, то есть душа, которая по своей природе, она сама себя сознает, вдруг она начинает переставать себя осознавать. So that makes no sense. Это звучит нелепо. But sayam bhagavato maya yannayena virujate. Kapil Dev said, my external energy maya contradicts nyay. Kapil Dev said, my внешняя nyayena virujyate. It acts in such a way that contradicts reason. Kapil Dev сказал, что Third canto, Shrimad Bhagavatam. В третьей песне Shrimad Bhagavatam Kapil Dev сказал, что моя энергия майя, она противоречит сама себе. So, исполнена противоречит логике. That means that the existence of your own soul, what to speak of the existence of God, is not self-evident to you. Это означает, что вам не является то, что я не могу простить. When it comes to Tattva Gyan, you look inside, and what's there? Above. Nothing. Just an absence. And so our mind becomes preoccupied with all the external things. Наш ум наполняется всеми внешними вещами. Почему? Потому что уму не очевидно, что душа существует. So this is a tamasa, darkness. Это тамаса, это тьма. So because this energy, Maya is Supreme Lord's energy, it will not go away, no matter how much yoga and tapasya you do. Поскольку Майя это энергия Господа, то thousands of years, it's not going. Эта энергия, она никуда не денется, вне зависимости от того, сколько бы тапаси, сколько бы йогических практик вы ни делали.
You have to do some bhakti to the Lord of that Maya. Вы должны совершать бхакти, преданное служение повелителю этой Майи. Because bhakti means turning your attention, your consciousness to God. Потому что бхакти означает, что вы свое сознание направляете на Господа. The very reason that this avidya vritti is working on us is simply due to our indifference, our vimukata, our inattentiveness to see Krishna. That is the cause. So it can only be removed by turning our attention to Krishna. The method of turning our attention to Krishna is called bhakti yoga. Причина того, что это авидья вритти майя, она покрывает нас, заключается в том, что мы вимух, что мы отвернулись от Господа, что мы ведем себя безразличным к Нему образом. И единственное лекарство против этой вимуха, это против этого безразличия к Господу, называется бхакти-йога, преданное служение. Тогда наше сознание полностью трансформируется и разворачивается к Господу. И это авидья отступает. If you look at nine angas of bhakti, they're just nine different ways of turning your attention to Krishna. Hearing about Him, chanting about Him, remembering Him, offering prayers, bowing down, etc. И девять анг бхакти это всего лишь различные способы того, как мы можем развернуться к Господу, слушать о Господе, памятовать о Господе, воспевать Его хвалу, читать о Нем. So only bhakti can remove by bhakti, avidya is removed, and one becomes freed from the material existence. Только благодаря бхакти, авидья, невежество удаляется, и человек освобождается от материального существования. So when the Vedas say tamaso ma jyotirgamaya, go from the darkness to the light, they mean everyone serve Sri Krishna, be engaged in bhakti yoga. И поэтому, когда Веды говорят «Тамасу маджио тирга майя», это означает, что призыв того, что выйдя из тьмы на свет, означает, что это призыв к тому, чтобы все мы начали заниматься практикой бхакти и служить Кришне. In Gita, Sri Krishna has said, «Яни ша сава бхутанам тасям джагарти самьями, ясям джаграти бхутани са пасвата муне, сани ша пасвата вон муне». It means what is night for the common living being is day for the sage who has controlled his senses. And what is the day for the sage who is engaged in bhakti, or that is night for the common person. В Бхагавад-гите Шри Кришна говорит о том, что то, что является ночью для обычных людей, для мудреца, который полностью контролирует свои чувства, является днем. И также, что является ночью для мудреца, который контролирует свои чувства, является днем для обычных людей этого мира. So, what is night for the materialist is day for the transcendentalist, and what is the night for the transcendentalist is day for the materialist. Снова Гурудев повторяет, что является днем для трансценденталиста, является ночью для обычного человека, для материалиста, что является для материалиста ночью является. Materialistic person is very busy trying to create his empire in this world and make money and expand his family members and do so many things. He thinks, what the devotee is sitting there, he's sleeping. He's not doing anything. Материалист очень много прилагает усилий к тому, чтобы создать империю, к тому, чтобы создать семьи, к тому, чтобы каким-то образом процветать в этом мире. И когда он смотрит на преданного, то ему непонятно, чем же они занимаются? Они просто сидят и повторяют Харе Кришна, кажется чем-то бессмысленным. But the pure devotee who is free from avidya is chanting, and his soul is alive. And if Krishna is meeting with him and smiling. Но чистый преданный, который свободен от авидья, fluttering his eyes. Его душа, and he's so happy. И он испытывает эту непосредственную встречу с Шри Кришной, испытывает в этой встрече огромнейшее счастье. And he sees that the materialist, actually the soul is completely in the abhav, gyan abhav, completely, no knowledge or understanding, asleep, but the body is doing karma under the control of the, that is a svabhava stu pravartate, by svabhav the body is moving. But the soul is asleep. Но зато такой мудрец возвышенный, то он видит, он смотрит на душу, которая покрыта невежеством в этом мире, у которой полностью гьянабав, то есть она не осознает себя и совершает просто карму, свабава сту правартате, по мере того, как он вовлечен, полностью завязан этой кармической деятельностью. Сосвилла Бхаттина такое сан. Джиджаго, джиджаго, Gaura Chanda Pohu
universe. Wakey, wakey. Шрила Бхактивинода Тхакур, он призывает нас: «О, дживы, проснитесь!» How long will you sleep in Maya? Сколько вы будете спать в Майе? I have brought the medicine to destroy the influence of avidya. Я принес лекарство, которое поможет разрушить авидью. Take this Mahamantra. Вкушайте эту Махамантру. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Srila Bhaktivinoda Thakur, he had a vision of Chaitanya Mahaprabhu and he begged, please give me the Shuddha Naam, pure name. Srila Bhaktivinoda Thakur, он видит Шри Чайтанья Махапрабху в своем трансе, он просит, пожалуйста, одари меня Шуддха Наамом, чистым святым именем. So then Shri Chaitanya Mukut Gina, Hare Krishna Iti Varnikaha. Then Shri Chaitanya Mahaprabhu bestowed upon Srila Bhaktivinoda Thakur this Naam, which is of Vishuddha Sattva, not of this world. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху даровал Шриле Бхактивинода Такуру этот Наам, который является Вишуддха Сатвой, даровал ему имя, которое не подвержено влиянию материальной энергии, чистое, трансцендентное. This Naam, which is Chaitanya Rasa Vigraha, the embodiment of all conscious rasa. Это имя, оно является Чайтанья Раса Виграхо, оно является воплощением сознания и оттенков трансцендентного. Пурна Судхо Нитяму Кто Бенатвам Наминамино, which is a complete Krishna himself, fully pure and eternal and beyond this world. Это имя, оно является самим Кришной, полностью чистым, вечным, не принадлежащим этому миру. So, this is the meaning of Deepavali. В этом заключается значение Дипавали. To go from the darkness of ignorance to the light of love for Krishna. Выходить из тьмы невежества на свет Кришны. So now we're coming to our verse of Дамарастака. Сейчас мы возвращаемся к обсуждению Дамадараштаки. Идам те мукам боджам абьяктиле вритам кунджалай. Satyavata Rishi, he had a vision of the face of Krishna and then that spurti disappeared. Now he's crying in separation. Satyavata Rishi получил даршан Шри Кришны, а после этого даршан исчез, и теперь он плачет в разлуке. Oh, how delicate and sweet is your face like a lotus flower. Насколько мягкое, насколько удивительное твое лицо, оно подобно лепестку, цветку лотоса. Beautiful, soft, curling hair is falling and encircling your face. Мягкие вьющиеся волосы не спадают на твое лицо, прекрасным образом оправляя его. Your lips are soft and reddish like a cherries. Твои губы, они алые, подобные вишенкам. I want to see that face again and again. Мягкие и нежные, я желаю видеть это лицо снова и снова. In the core of my heart. В глубине своего сердца. So here the word muhur can be applied to manasabhirastam. I want that this should be in my heart again and again. Здесь слово мухур, оно соответствует манасавирастам. Я хочу созерцать твой облик в своем сердце снова и снова. Or muhur can be applied to muhuschumbitam. I want to see Madhya Shoda kissing your face again and again. Или слово мухур можно сопоставить с мухуршчумбитам, с тем, что я желаю увидеть, как твое лицо снова и снова целует мама Ишода. So, Satyavata Rishi, he is gradually from the Dasya Bhav and Sakya Bhav, he is coming now and remembering Vatsalya Bhav. How Madhya Shoda is so attached to Krishna. Сейчас мы видим, как Сатьяврат Риши, он проходит через постепенные стадии своего развития, пребывая в Сакья-расе, далее пребывая в Дасья-расе, потом в Сакья-расе. И сейчас мы видим, как он вкушает настроение Вацали-расы, родительской любви, того, как мама Ишода испытывает нежные чувства любви к Шри Кришне. But he says, Rattaisya Gopya, kissed by a gopi, because some inclination to have a vision of the pastimes of Madhurya-rasa was there, but he was not confident to openly express it. So kissed by a gopi can mean
I want to see your face kissed again and again by Srimati Radhika. И мы видим, как Сати Вратриша, он говорит, Рактеша Гопи, он говорит, что я хочу видеть, как твое лицо снова и снова целует мама Ишода. Это вроде отсылка к Ватсали Расе, но мы понимаем, что он уже начал вкушать настроение Мадури Расы, но просто он смущается говорить об этом открыто, и поэтому он просто говорит Рактеша Гопи. So this verse indicates that the devotee in the Raga Mark, he should think of Krishna in terms of the associate, the relationship of the associate that he wants to follow. Мы видим, что преданный в Рага Марге он всегда должен настраивать себя на настроение того преданного, по стопам которого он желает следовать. Because every Brajabasi has a complete absorption in one mood. So Raganuga, to follow Brajabasi means that you'll have to be completely absorbed in one, the Sambandha Lakshana, the Bhava Vishesh, an intense special mood characterized by a particular relationship. Abhiman Lakshan and Bhava Vishesh. И мы видим, что Браджабаси, которые имеют отношение с Кришной, каждый из них погружен именно в одно настроение, что они не распыляются на другие настроения. И таким образом мы тоже хотим иметь Sambandha Lakshan Bhava Vishesh. You cannot have some place in Braja from your perspective that you have now. То есть мы хотим развивать себя в определенном одном настроении с Шри Кришной. Like you are some kind of reporter going to Braj, making his report for Russia Today. Вы не можете быть таким, иметь такое. Here we are in Braj. There's Mother Yashoda. Вы не можете иметь. Here comes Krishna with the cow. You cannot be in Braj with the mood of an outsider. Вы не можете приходить во врач как аутсайдер, как человек, который приходит извне, как репортер какой-то. Так, вот у нас мама Ишода, это надо баба, пастушки и так далее. You can only be in Braj following the mood from the perspective of the residents of Braj. Во Браже можно пребывать только следуя по стопам настроения определенного спутника. So they all completely nishta in their own relationship. Поэтому у всех есть полная ништа, полная приверженность одному настроению. For example, in the morning time, everyone's waking up, but Krishna's completely tired. Например, because he was awake the whole night. Утром начинают все просыпаться, но Кришна он не может проснуться, потому что всю ночь он не спал. Mother Yashoda comes into his room. Мама Ишода входит к нему в комнату. Oh, get up, get up. Просыпайся, вставай. Почему ты такой уставший? And Krishna sits up. Кришна трёт глазки. Mother Yashoda looks and sees there are scratches on his body. Мама Ишода смотрит, какие-то царапины на теле. Said, oh, what are these scratches on your body? Откуда, где ты поцарапался так? So then Krishna's cousin sister Kundalata says to Mother Yashoda, oh, he's been doing Rasalila the whole night. Двоюродная сестра Кришна Кундалата, она говорит, ну так он же Расалилу целый всю ночь танцевал. Then Krishna shoots arrows at Kundalata. Кришна тогда стрелы своих взглядов на Кундалата отбрасывает. What do you say? Ты что такое говоришь? Because they only can think. What do you say? Он даже сказать ничего не может, он так мысленно передает ей флюиды. Ты что вообще? But Kundalata is just teasing Krishna because she knows that Madhya Shoda is so fixed in her bhav, she can't think about it. Но Кундалата она просто так дразнит, что Кришна знает, что мама Ишода она настолько погружена в свое настроение родительской любви, что она даже не заподозрит ничего другого. Madhya Shoda said to Kundalata, what are you talking about? Мама Ишода спросила Кундалату, действительно, о чем ты? He's still drinking my breast milk. Он все еще пьет мое грудное молоко. His milk teeth have not come through yet. У него молочные зубы еще не прорезались. He speaks in the broken language. So many silly things that don't make sense. Он даже слова выговаривать еще толком не может. Он говорит какие-то глупенькие вещи. Он просто маленький глупенький малыш. What does he know about these things? Что он знает об этих вещах? I know when he's playing with his boys in the forest, then he gets so absorbed in playing that he doesn't look where he's going. Я знаю, что когда он играет в лесу со своими друзьями, то он настолько погружен этими играми, что даже не смотрит, куда ступает. And when a calf wanders away, he just springs after that calf and goes into the brambles and gets scratched. But he's so absorbed in playing with his friends that he doesn't even notice. Когда теленок попадается ему на пути, то он просто перескакивает через него и даже не замечает, что вокруг творится. So in this way, each personality in Braja is just all are seeing Krishna, but they're completely absorbed in their rasa. Поэтому все во Брадже видят Кришну, но каждый житель Вриндавана погружен в свою расу.
So, Muhuschumbitam Bimbarakta is the Gopya. Muhuschumbitam Bimbarakta Ramme. Manasad Rastam Alam Lakshalabhyay. The devotee in Raganuga Bhakti will remember this verse in following the mood that he desires. Преданный следующий пути Рагануга Бхакти, он будет пометовать этот стих таким образом, который будет стимулировать его настроение. Gopis are so eager to kiss the face of Krishna again and again. Гопи жаждут целовать лицо Кришны снова и снова. They said, Gopyascha, Gopya kimacharadayam kushalam svaveno, dhamodaradra sudam api gopikanam. Bhunte svayam yadavashista vrasam radinyo resepta chosruma bukus charabo yatayaha. Gopi говорят. One gopi saying to her Sakhi, when she heard the sound of Krishna's flute in the distance. Когда одна гопи обращается к другой, к своей Сакхи, к своей подружке, когда слышит звук флейты Кришны на расстоянии. О, Сакхи! What austerities did this flute do in the previous life to be tasting the nectar of the lips of Damodar? О, Саки, какие аскезы совершала эта флейта бамбуковая в прошлой жизни, имея возможность прикасаться к устам Дамодара в этой жизни? Апигопиканам, those lips belong to us gopis. Апигопиканам, эти уста принадлежат нам, гопи. Because he is a gop and we are gopis. Потому что он гоп, пастух, а мы гопи, пастухи. Krishna is not a bamboo. If Krishna was bamboo, then the bamboo could kiss him, but he is a gopa. Кришна не бамбук. Если бы он был бамбуком, то бамбук мог бы его целовать. А Кришна гопа, поэтому он нам принадлежит. Also, Venu is masculine. Также Вену это флейта мужского пола. So masculine should not kiss masculine. Мужчина мужчину целовать не должен. So Damodara Sudamma Pigopikana. Otherwise, a gopi is becoming jealous because the flute, that being masculine, is kissing Krishna. She's thinking, oh, if I could kiss Krishna also being in the Purush path. So she becomes jealous. Или другая трактовка, Браджа Гопи, она ревнует флейту Кришне, потому что она представляет, как она могла бы целовать уста Кришне, пребывая в Пурушбаве. So Muhuschumbitam Bimbarakta Ranve. To kiss the lips of Krishna again and again, gopis are thinking, when will I kiss the see Krishna, no? Being in the Purushbhava. И поэтому гопи, они так мечтают, когда бы мне предоставился такой шанс целовать Шри Кришну, пребывая в Пурушбаве. Бунте своям я давашистара самраджинью. Oh, just look, all the flowers in the lakes and in Jamuna are blossoming, and the trees are also weeping in the form of honey from their branches. Только посмотрите, Ямуна, все цветы по берегу Ямуны, все деревья, они распустились, они находятся в цвету. Because the Jamuna is mother of the trees, because she feeds them. Потому что Ямуна, она мать деревьев, она кормит их своей водой. And the trees are in the same dynasty as the bamboo, tree dynasty. И деревья в династии бамбука находятся. So just as the forefathers become happy when their descendants are successful and celebrate in the Pitrilok, so in the same way, all the trees and the river are celebrating that their descendants, his life has become successful because he's tasting the nectar of Krishna's lips. И поскольку флейта, являясь бамбуком, находится в династии деревьев, а на Питрилоке, на планете праотцов, праотцы все исполняются счастье, когда их потомки, они становятся успешными, поэтому все они ликуют, думая о том, каким удачным является эта флейта. So in Raga Marga, devotees remembering this verse, idam te mukham bhojam, and sinking completely in the abhiman life. Lakshan Bhava Vishesh, a very special mood characterized by a particular abhiman or identity of relationship, that is gopi's love for Krishna. И поэтому преданный, который находится в Рагануга Бхакти, он вкушает этот абиман Бхава Лакшан Вишеш, он вкушает настроение того, как испытывая Мадури Расу, он погружается в это настроение Мадури Расу. Raktaista Gopya, Krishna should be kissed by a gopi Radhika. Ратеща гопи, Кришна должен быть зацелован гопи Радикой. So Srila Rupa Goswami has said. Rupa Goswami сказал. Praṇaya maya bayasya kunja randra pitakshi chititalam anulabdha nanda murcham patanti pratiratam vidadano chastita chitta chitray swarne bitane kun. I am remembering how
Radha and Krishna Chandra, they are meeting in a very far away, secluded, in a solitary kunj, in the forest of Vrindavan. Я помню тот момент, когда Рада и Кришна Чандра они встречаются в уединенной кунже в Раджа. At that time, Pranaya Mayavayasya, their friends, who have so much pranay, feelings of oneness with them, the dasis, the manjris, the maidservants of Radhika, kunja, kunja arpitakshi. Kunjarandra Pitakshi. Kunjarandra means there are some lattice windows to the kunj. That's called Kunjarandra, Jalarandra. Я помню тот момент, когда даси, когда манджари, служанки Шимати Радхи. So Kunjarandra Pitakshi, and they offer their eyes to the Jalarandra of the kunj. Они испытывают состояние, настроение пранаи, и когда они смотрят в кунджарандра, это означает такие, как сплетенные, переплетенные такие веточки, которые, через которые можно подсматривать, как окошки такие создают. Рати Видадану, Прати Рати Видадану, seeing Radha and Krishna's reciprocation with each other, Chastita, Chitra Chitra, and their astonishing activities. И манджари подглядывают за Радой и Кришной, заглядывают в эту кунджу, и они видят, как Рада с Кришной наслаждаются своими играми. Чити таламан улабдха мурчам патанти. Then seeing how very beautiful Radhika is kissing Krishna, then they become so overwhelmed with ecstasy that all the manjaris looking through the window faint and fall to the ground. Они наблюдают за всеми теми играми, которыми наслаждаются Рада и Кришна, и видя, как Радика целует Кришну, манджари испытывают неописуемые чувства, и просто от переполненности этими чувствами она просто стоит там, где стоит, падает без сознания. So in this way, those in Ragamark, when they remember this was many, many dwanis, waves and waves and waves of meaning are coming out. According, each person, according to their own abhiman, lakshan, ba, vishesh, special mood characterized by abhiman, their particular identity and relationship. И поэтому те преданные, которые находятся в Брагамарге, они пометуют эти стихи Шримад Бхагаватам, испытывая абхиман, бав, лакшан, вишеш. Это испытывают настроение именно в которое они погружены, которое характеризуется определенным абиманом. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Jai 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 Jai